Привет! Ищешь ютубера по Гаррис Моду, который любит РП и занимается разнообразием контента? Тогда ты попал по адресу. Меня зовут Панда. Вон так видит. Том к стене 2, не том к стене 3. Его окружала война, крик, боль, плач, огонь. В этом видео я попытаюсь серьезно отыграть за риэлтора. Вкратце, риэлтор — это человек, который занимается поиском покупателей либо продавцов жилья и обеспечивает простоту и законность сделки, оформляя все документы. Отыграть я попробую двумя способами. Первый — я просто попробую продать пустой дом. Второй, более интересный, я помогу игрокам с уже готовым жильем найти покупателя и проведу между ними сделку. За идею спасибо этому челу, правда он не совсем правильно описал эту профессию, но окей. Погнали играть. Так, построю я свой офис, пожалуй, в этом здании. По-моему, это идеальное здание для офиса, посмотрите, какая она структура. Два этажа, куча квартир, ну чисто офисное здание. И смотрите, квартиры, они не такие большие. Вот, сука, почему, когда я пытаюсь что-то объяснить, когда я говорю, меня постоянно убивают, блять. Так, в общем, как я и говорил, это идеальное место для офиса. Сразу закроюсь, потому что какой-то чертило меня по-любому захочет убить, а я не хочу умирать опять. Так, все, вроде готово, я сделал свой офис. Вот табличка, вот так вот он выглядит. Небольшой, уютный, компактный офис. Самое то для самого обычного дефолтного риэлтора, который просто хочет продать квартирку, не убить, не продать кого-то в рабство, на этом сервере это любят, а просто продавать квартирки и все. Что ж, давайте отыгрывать. Я хочу оформить ваш шашлык. Да, вам чего? С собаками вход запрещен, кстати. Ну можно, пожалуйста, просто мои твои, блядь, я бы... Пусть он за, короче, в коридоре постоит. Вне офиса пусть будет. Да, посади, не бойся, мой сладкий. А, нам, короче, нужно домик для... Вот, для собачки еще моей. Собаку зовут Кизару. Я не продаю дома для собак, поэтому сори. Не, мне нужен дом для меня, вместительный для собаки еще, чтобы она со мной жила. Окей, у нас есть пару вариантов. Это многоквартирный дом возле ПУ. Как раз таки неплохой вид открывается на город, в особенности на парк. Но такие апартаменты обойдутся дорого, но зато в них две комнаты, одна ванная. Что достаточно как для вас, так и для собаки. Также для вас, а для собаки вообще, смотрите, собака хоть у вас небольшая, но все равно животное все-таки. Я бы рекомендовал вам купить частный дом. Частный дом находится вон в том районе, в богатом районе его еще называют. Там есть несколько домов хороших, неплохих. В частности, рекомендую взять, который возле парковки. Там есть прекрасная лужайка для выгула собачки. И в целом дом, как по мне, отличный, двухэтажный. В общем, прекрасно вам подойдет. Ну, я думаю, в принципе, да, мне нужен частный домик. Как раз для собачки будет уютненько. Можем его посмотреть, если хотите. Так, вот этот домик. Как я вам говорил, вау, двухэтажный. Да. Давайте я открою. Открыл дверь ключом. Проходите. Да. Вау. Давайте сразу вам покажу. Смотрите, какая лужайка. Посмотрите. Вы можете построить здесь небольшой домик для собачки, и она будет прекрасно жить, ей будет хорошо. И вам хорошо, главное, мешать не будет, знаете, под ногами не будет подаляться. Путик, тебе нравится? Давайте покажу вам верхние этажи. Это гостиная. Здесь уже установлена полка с книгами. У вас будет что читать. Компактная лестница ведет небольшой коридорчик тут. Спальня для хозяина дома. Так, видите? Хорошо, да. Какие качественные обои, какой пол сделанный. С подогревом, кстати. Да, о, это мне и надо. Это комната для...
Да. Это комната для второго человека, но, в принципе, ее можно обустроить под любые нужды, потому что, смотрите, она довольно просторная и универсальная, главное. Здесь окна выходят на улицу, вы можете видеть, что происходит. Только вид, конечно, не очень. На завод, наверное. Да, промышленная зона, к сожалению, рядом находится. Ну и главный минус, что шум от машин достаточно громкий будет. Да, тут, да, конечно, особо никто не гоняет, все-таки это пригородная часть, но бывает, да, пролетают тут машины, видите? И грузовики обычно проезжают, очень сильный грохот издают. Да, это, да, есть. Тузик, ну, ты, в принципе, тебе понравился домик, Тузик? Главное, Тузику понравилось, остальное, это не важно. Все, мы покупаем данный дом. Ваш офис пройдем для передачи денег. Либо пройдемте, банк. Пройдемте. Да, в общем, это будет стоить 15 тысяч долларов, данный дом. 15 тысяч долларов, хорошо. Так, конвертик у меня в рюкзачке был. Давайте сначала документы оформим, все необходимое. Это все же не мой дом, я выступаю как посредник, поэтому я передам вам документы для оформления. Я знакомлюсь с этой информацией. Да, та фирма, которая продает этот дом. Давайте я передам все необходимые документы, вы их подпишите. Хорошо. Открыл шкафчик. Достал папку с документами на дом номер 21. Положил все необходимые документы на стол. Подпишите. Спермоглот взял ручку со стола. Ручка у спермоглота в руке. Подписал документ. Так, все, я могу забирать данный документик. Давайте, на секунду. Передал ключи от дома. Вы когда будете переезжать? А, ну прям сейчас поедем в домик. Да, тогда со всеми коммунальными службами вы свяжетесь. Свою мебель вы позже, я думаю, переместите туда. И все будет у нас в порядке. Ваш дом? С новосельем? Да. Иви, вам лучше закрыть. Я хочу продать квартиру. Хорошо, нам для начала нужно найти того, кто ее купит. Давайте посмотрим вашу квартиру. С этим челом я уже был знаком заранее. Изначально он хотел продать пустую квартиру, но я ему посоветовал заполнить ее пропами, чтобы было интереснее. Показывайте. Угу. Интерьерчик довольно милый, но простоватенький. Есть компьютер. Так, я так понял, вы все эти вещи будете тут оставлять, да? Продаете полностью все. Какие-то явные минусы есть в этой квартире? Ну, соседи только. Ну, смотрите, район довольно-таки неплохой, я смотрю. Это прям центр города, рядом полицейский участок, все удобненько. Есть кафешка, рядом есть магазин оружия. Ну, сами понимаете, у нас город криминальный. Слушайте, неплохо, неплохо, неплохо. Интерьер есть, какая-то даже техника современная. Тут кто-то окно разбил. Ход, блин, да, стоимость из-за окна снизится, я думаю, довольно сильно. Окно придется починить потом. Ну, хорошо. Я думаю, 1010, она все-таки в центре находится. И довольно-таки неплохих апартаментах, я скажу. Я выставил такую малую стоимость только потому, что это Гаррисмод. Естественно, такая квартира не может так дешево продаваться. Я не ставил цели заработать на этой РПшке, поэтому цены вот такие вот получились, доступные для всех игроков. Добрый день, я хотел бы купить квартиру на постоянной основе, но единственное, мне нужно где-нибудь парковать машину. У меня Porsche 911 Turbo. Она довольно габаритная, поэтому, ну, в общем, ее угоняют, постоянно где-то надо парковать. Тут есть одна проблема, смотрите, у нас продается только одна квартира, и, к сожалению, там парковки рядом нет. Это элитные апартаменты возле полицейского участка. Хотя, там есть небольшая парковочка, знаете, вот этот вот туннельчик в полицейском участке, но, опять же, он принадлежит полиции, и за сохранность вашего транспортного средства я ручаться не могу. Понял. Ну нет, его не принадлежит полиции, то просто переулок обычный гражданский и дом тоже. То есть там можно в общем ставить машину. То есть вас это устраивает, да? Да, в принципе, меня это устраивает. Какая плата? Скажите мне, как вас зовут? Меня Андрей Волок зовут. Вас как? Питер Кларк. Приятно познакомиться. Итак, вы все-таки хотите, надумали купить эти апартаменты, поэтому давайте сначала мы их посмотрим, если они вас будут устраивать. Давайте, прямо клиент. Да, без проблем. Продает данный апартамент этот человек, его зовут Джази. Он владелец, он вам все покажет, пройдемте. Ну, прямо люкс. Да, это второй этаж. Смотрите, какой прекрасный вид. Вид на фонтан, на город, вон что люди... делают, интересно будет смотреть в окошко. Да, был бы только город лучше. Так, в принципе, красивый вид. Смотрите, все обустроено прекрасно. Посмотрите, везде мебель. Техника есть даже какая-то. Батареи, вы в холоде не останетесь. И самое главное, район безопасный. Рядом полицейский участок, много полиции, вас не ограбят, ничего не произойдет. Во-вторых... Ну, я бы так не сказал.
даже имея полицию, мы все равно ничего не сделаем. Но при этом, ну, это самый безопасный район города, я вас уверяю. Далее, смотрите. В принципе, устраивает. Ванная, туалет, все работает. Да, конечно, окно разбито, да. Ну, починим, в принципе, не страшно. Тут небольшие осколочки остались, но тут заменено на, видите, уже новенькое окошко, там осталось только осколочки убрать и все. Дело 5 секунд. Далее, пройдемте сюда. Диванчик вау, раскладной, вау. То есть разложили, кроватка получилась, легли, спите, нормально. Компьютер. Что за компьютер, я просто не разбираюсь с ним. Hyper-PC, там новенькая видеокарта, мощная стоит, GTX 1650, все игры на ультра, ну, в 4К тянет. Ну, не особо понимаю. Ну, звучит интересно. Забейте. Да, я почему это все рассказываю? Данный гражданин продает эту квартиру вместе со всей мебелью, со всеми вещами, поэтому это все вам достанется. Полностью ваша квартира будет в вашей власти. Есть нюансы, конечно, да. Квартплата, коммунальные услуги, вода, свет, все это будет достаточно дорого, но понимаете, центр города, такие апартаменты все-таки имею, дорого. Имею при себе небольшую, как, большую сумму, в общем. Обеспечен. В общем, да, данные апартаменты будут стоить вам 10 тысяч со всей мебелью, со всем. Ну, хорошо, в принципе, я согласен, отличное предложение. Пройдемте в мой офис, будем оформлять документы. Получается, выдайте мне бланк или что там, какая-то бумага. Так, Джази, а где документы на квартиру вашу? А к Джази. Джази передал папку с документами человеку напротив. Я взял папку. Джази, да, Питера, сейчас подпишите документ, чтобы воспользовались моими услугами как риэлтор, как посредника. Я открыл шкафчик. Достал документы. Передал документы. Подпишите. И вот, собственно, документы ваши на квартиру. Я их сейчас переоформлю, перепишу на вас все. Это займет какое-то время, но это будет быстро. Я начинаю переписывать документы на другого владельца. Питер откладывает ближе ко мне документы с ручкой. Я передал переписанные документы. Взял подписанные бланки. Я продублирую вам, потом скину. Ну и сама плата 10 тысяч, как я уже говорил. Я возьму 500. Джази, вы получаете 9,5 тысяч. 5% возьму. Все, готово? Все, я могу идти. Да, с вами приятно иметь дело. Спасибо, с вами тоже. Ключи можно? Ну все, тогда хорошего дня, спасибо. До свидания. Здравствуйте, мне бы квартиру оформить. Ну, для начала смотреть, какие есть варианты. Вас грабят, зовите полицию. Оружие убери. Блять, что за хуйня? Мы просто с мирными целями пришли, уберите. Мирными целями, интересно. Я надеюсь, я смогу это объяснить. Вам ничего не делать надо, это за неудобство. Вы, главное, из квартиры не выходите, и все будет хорошо. В смысле, не выходите из квартиры? Здрасте. А за что вы человека повязали? На пол, все на пол. Это террористы, походу. Ёб твою мать. Никто из них, блядь, быстрее говорит! Господи! Что происходит? Похоже, мы умрем. Я не хочу умирать, я так мало квартиры продал. Ребят, там труп на пол. Что? Труп? Господи, это человек, который купил у меня квартиру! Господи, блядь! Господи! Вызывайте скорую немедленно! Господи, он походу мертв. Серега Пчелкин проверил пульс. Пульса нет. Я, конечно, не могу констатировать смерть, я не медик, но как бы да. Тогда, получается, квартиру снова можно продать. Вы серьезно, блядь? Это не время для шуток. Полиция, помогите, тут мертвый человек, труп. Блять, что я тебе с трупом сделаю? Я его максимум отнести отсюда могу, я не возвращаюсь. Вы сделайте что-то, у нас на лестнице, блять, на лестничной площадке труп, что нам делать с ним? Эй, давай, сейчас достану мешок. Тут человека убили, а вам вообще, походу, насрать, вообще ебанулись, блять. Сейчас мешок с картошкой, походу, достанет, и нормально, да, полиция, блять, называется, работает. Честно, ситуация странноватая. Я так и не понял, зачем эта мафия пришла сюда. Она, как вы видели, нас не тронула. Кроме Питера. Возможно, Питер задолжал крупненькую сумму за свой Порш, и мафиози решили с ним расправиться. Но это лишь догадки. Скорее всего, он просто не скинул 5к на пол. Сама отыгровка риэлтора вышла интересная. Хоть я отыгрывал по большей части с подписчиками, которых встретил на сервере. Помимо этого, я сделал еще 2 сделки. Я продал тот же дом, только другому челу, и еще продал небольшой ресторанчик в центре. Ну, точнее, помог продать как риэлтор. Не стал вставлять это в видос, потому что эти сделки выглядели почти так же, как и та, которую вы видели сейчас. Разве что покупателя в конце не убили. Хотя, как знать. Напишите в комментариях, хотели бы вы видеть прям длинные видосы со всеми отыгровками. Даже не особо интересными, на мой взгляд. Ну а так, спасибо за просмотр. Всем пока.